Всем большой хайку. Короче, мы перелетаем на новую планету. Зерус. Родной мир зергов. Он находится далеко за пределами сектора Капру. Керриган, ты должна отправиться на эту древнюю планету, изучить ее тайны и впитать ее силу. Окей. Пока, дом родной. Сила Зеруса привела тебя сюда. Меня привело желание увидеть, как умрет Менгск. А зерги помогут мне уничтожить Кархал. Ты должна дать Зерусу изменить себя. Приближается великая битва, и у тебя осталось мало времени. Я ничего никому не должна. Твои пророчества не для меня. Но ты сделаешь все, чтобы отомстить. Все. Этого достаточно. Ну что ж. Почему ты помогаешь мне? Ты должен ненавидеть меня больше всех. Зелнага желают, чтобы ты вновь возглавила Рой. Ты знаешь, я не верю в твои пророчества. Неважно, веришь ты или нет. Я служу высшей цели. И заработал ненависть протосов. Избавь меня от этих жалостливых речей, Зератул. Каждый сам делает свой выбор. Я смирился с этим. И когда наши дела будут закончены, я вернусь к своему народу и предстану перед судом. Все мы однажды ответим за свои дела. Думаю, твой час почти настал. Загара? Мы происходим отсюда? Да. Впервые зерги появились здесь. Слишком мягкие условия. На Чаре намного лучше. Не спеши. Возможно, Зерус намного опаснее, чем любая другая планета. Это да. Я смотрю на Зерус глазами моих надзирателей. Изначальные зерги невероятны. Кажется, они не стареют. Все живые существа стареют. Даже зерги. Но они поглощают чужую эссенцию. Постоянно эволюционируют и не умирают. Если только их не убьют другие изначальные зерги. Верно. Самые опытные охотники среди них должны быть невероятно старыми. И невероятно опасными. Так и есть, кстати говоря. Ладно, что мы там дальше качать будем? Подвое без дополнительных затрат требует меньше припасов, опасность риска, существенные зерги. Угу. Блин, ну тут, наверное, лучше в рабочих все-таки. Это быстрее и проще. Ладно, с этим мы разберемся потом, пока к заданиям. Изначальные зерги недовольны нашим присутствием. Они собираются в отряды, готовясь уничтожить нас. Ребята, да вы охренели. Я чувствую здесь присутствие чужого сознания. Оно спит? Древний. Изначальный зерг, заставший создание сверхразума. Ты хочешь, чтобы я пробудила его? Верно? Если ты хочешь получить силу Зеруса, тебе понадобится помощь древнего. Моя королева, рядом собираются враждебные изначальные зерги. Они намерены атаковать нас. Они хотят остановить тебя, не дать поговорить с древним. Что ты будешь делать? То, чего мои враги больше всего боятся. Как всегда.
Ты встала на верный путь и больше не нуждаешься в моих указаниях. Мы больше не увидимся. Значит, это и есть древний. Чтобы пробудить это существо, мы должны накормить его. Сколько биомассы? Нужно убить этих иглообразов, а затем направить рабочих к трупам, чтобы они собрали мясо. Закончив добычу биомассы, рабочие отнесут ее к древнему. Враг обращается к оскверненным зергам! Вы на моей территории! Мы поглотим вашу плоть! Тревога! Большая группа летающих изначальных зергов собирается напасть на улей. Муталиски воссозданы, готовы к бою. Уничтожат изначальных стражей. Поблизости собирается большая стая изначальных зергов. Они наверняка нападут на нас. Пусть попробуют. Ну что ж, значит, строимся, как всегда. Да, теперь мы можем порождать муту, это очень круто. Наша первая цель — это стая иглообразов. Вперед! Тебя никто не спрашивал. Так. Стайка иглообразов, в принципе, мною будет покорена. Покончим Мне с этим. Интересно вот сюда вот пройтись. Рой жаждет крови. Это мой мир. Я иду. Вперед! Посмотреть, что там вообще есть. Я сокрушу любые преграды. Отлично, возвращаемся, я думаю, на базу. Рабочий может добыть биомассу иглообраза, но это медленный процесс, и в ходе его рабочий будет уязвим. Нужно защищать его на случай нападения. Нам нужно как можно скорее получить биомассу. Ну, понял, принял, в принципе, да. Так. Он будет его примерно защищать. Нам нужно больше минералов. Да понял, я понял, что я могу строить их. Больше минералов. Мне не минералы нужны, мне нужна база и ее расширение. Так. Давайте что-нибудь придумаем. По крайней мере, рабочий сможет это сделать. Добыча завершена. Биомасса направлена древнему. Мы можем строить только на слизи. Смотри, кусочек такой идет. Биомасса бамс. Поглощена. Чтобы пробудиться, древнему потребуется еще. Больше. Значит, нужно найти других иглообразов. Да, моя королева. Так, там, их вообще до хрена, короче. Иглообразы обнаружены. Нам нужно торопиться, если мы хотим завладеть этим мясом. Не завершено. Так, нужно больше золота. Два, три... 2, 3. Остальные отправляйтесь обратно добывать. Так, вот они примерно добывают. Так, сюда ты сдай сначала. Даем, отлично. Выкладывай. Минеральчиков будет достаточно много, мы быстро выходим на вторую базу. Рой жаждет крови. Улучшение завершено. Думаю, вот так, и надо будет... Надо будет построить больше рабочих.
Все на Керриган. Что теперь? Покончим с этим. Как-то разгаживаем пока слизь, как можем. Он не в любом случае быстрее путешествует по слизи. Так, рабочий у нас где-то стоит один. Здесь он один стоит. Значит, ты будешь у нас хатой. Я слушаю тебя. Я сокруш... Сюда. Сюда и, наверное, вот сюда куда-нибудь. Тебя никто не спрашивал. Сейчас мы будем разгаживаться и смотреть, что у нас там будет вообще. Так, двоих, я думаю, подстрою. Еще немножко малявок. Тебя. И мне нужно больше виспен, действительно. Так. Тебя выделяем вот так. Отлично. Нельзя, чтобы она пробудила древнего. Уничтожить мясо. Оно не должно достаться ей. Мы должны остановить их. Нужно перехватывать их атакующие отряды. Да сейчас перехватим, не проблема. Рой не знает усталости. Зерглинги у нас мощные. Вперед! Что ну, не теперь? Обязательно собирать все мясо, друзья. Я сокрушу любые преграды. Так, типа чуть-чуть подубивать, оставлять. Да. Видите, здесь нам, например, не дали немножко покушать, значит, сейчас дадут по-другому. Я чувствую поблизости какой-то объект. Он слишком мал для изначальных зергов. Омуты эссенции изначальных зергов. Сильный генетический код. Подобраться ближе, впитать эссенцию, улучшить способности. Я становлюсь сильнее. Должно быть, Зератул говорил именно об этом. Ну, как-то так, да. Рой сюда получается, крови. Пока у нас не получится пройти. Вот сюда, в принципе, получится, да? Получится. Быстренько максимально рабочих клепаем на эту часть и... Надо улучшать атаку воздуха, кстати говоря. Гидру я строить не буду. И мне, скорее всего, понадобится... еще одна... газилочка. Что так, теперь? Сделаем. Так, теперь у нас есть несколько квинделятней. Отличненько. Я бы сказал, пойдет. Вот здесь они опять атакуют. Нам быстренько нужно сюда продвигаться, значит. Наши войска атакованы. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. Да? Выкладывай. Ох, а тут армия-то, оказывается, большая была. Ладно, благо у меня много ребят, которые зацепило. Кири, хоть и подорвал немножечко. Сейчас мы отойдем. Они хотят, скорее всего, перекопаться. Ну, в любом случае, не дали им похавать, поэтому все ок. Так. Невыполнимая команда. Сюда нам пока нельзя.
Здесь мы продолжаем. Тебе меня не хватало? Все, Кири возродилась. Замечательно. Нам нужно боль. Месторождение минералов. Улучшение завершено. Да. Продолжаем разгаживать слизь. В принципе, мы можем собирать. Давайте даже вот здесь вот, скорее всего, ребяток убьем. Вперед! Рой не знает усталости. Пленных не брать. Отлично. Нам нужно больше. Еще больше газа. Остальные отправляйте сюда. Выкладывай. В принципе, попробуем просто сейчас разгадить все и вся, и заодно что теперь? Попрорываться на базу к противнику. То есть посмотреть, что у них вообще есть. Это мой мир. Я слушаю тебя. Пока у нас. Покончим с этим. У нас мало времени. Я сокрушу любые Ой, преграды. Ой, зря вы решили на меня пойти, друзья мои. Рой не знает... Да? Мелких, конечно, жалко, но... Что поделать? Выкладывай. Для Говори этого скорее. Я и собираю большую армию здоровячков. Так. Здесь можно вот вас еще улучшить. Вот что теперь? Все ок, круто, мне нравится. Так, в принципе, отсюда давайте пошлем тебя. И, например, тебя. И, например, тебя. Ну, так чисто Рой на случай, если крови. Вдруг что-то пойдет не так. Мы просто сразу отнесем. Опасно заниматься одновременно более чем одной тушей. Изначальные зерги будут атаковать нас. Ты наглеешь! Скоро тебе конец! Наш рабочий подвергся нападению. Мы должны защищать его, чтобы он смог доставить биомассу. Приближаются изначальные зерги. Надо защитить рабочего. Да, у нас мало времени. Походу его защитить. Наши войска атакованы. Вперед! Никого не жалеть. Я ну иду. Ладно. Хоть одну тушку забрали. Это мой мир. Покончим с этим. Да, одну тушку мы забрали. Отлично. Не хватает месторождения. Твое высокомерие невозможно. Зерус поглотит тебя. Я слушаю тебя. Конечно, конечно. Верю с трудом, что он меня поглотит. Ну ладно. Рой жаждет крови. Так, по-хорошему мне нужно забирать биомассу вот отсюда. Выкладывай. И забирать, я думаю, вот отсюда. Сразу в две просто, чтобы было. Изначальные зерги пытаются уничтожить тушу иглообраза. Стая Бракка атакует нашего рабочего. Эта биомасса принадлежит мне, Брак. Как говорится, ибо нефиг. Покунь, выкладывай. Эй, что здесь до хрена? Улучшение завершено. Наши рабочие атакованы. Пленных не брать. Рой жаждет крови. Да? А не воздухом, я понял. Вперед, говори скорее. Они воздухом атакуют. Мы можем строить только на слизи. Поэтому у нас не получается. Ладно. Атакует улей. Тебя никто не спрашивал.
Что теперь? Эд. Малявочек нужно побольше. Я слушаю тебя. Выкладывай. Что теперь? Выкладывай. Так. Теперь я думаю, что вот сюда вот. Здесь сюда вот. Говори скорее. Сейчас мы отомстим за нашего бедного рабочего. Тебя никто не спрашивал. Стопудов отомстим за нашего бедного рабочего. Это мой. Да. Отлично. Так. У нас. Я слушаю тебя. Идем бить наглых нахалов. Что теперь? Тушу иглообраза хотят уничтожить. У нас мало бы. Рой жаждет крови. Ну, мы правим вот так. Я вот, иду. Да? Я думаю, у нас неплохо получится их отбомбить. Я, да. Шикос. Здесь опухоль, здесь опухоль. Будем разгаживать. Здесь опухоли нет, они уничтожили ее, походу, да? А, нет, вот. Говори вот сюда скорее. Вот пошли. Так. В принципе, все. Я могу просто спокойно клепать сейчас надзирателей и делать лимит. И тебя бегать. Никто не спрашивал. Покончим с этим. Потому что мне я нужно найти эссенцию изначальных. Мы можем строить только на слизи. Без этой эссенции я не особо что могу сделать. Я сокрушу любые преграды. Выклад. Говори скорее. Да. Это мой мир. Вперед! У нас мало времени. О! Еще эссенция. Я сокрушу любые преграды. Месторождение минералов выработано. Я иду. Эд, говори скорее. Рой вот не знает это усталости. Я и искал. Продолжаем гадить. Атакованный. У нас мало времени. Покончим с этим. Вперед! Я иду. Мне нравится, они вообще никакого внимания не обращают, просто так и идут, идут. Решение завершено. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Здесь сейчас еще одна будет крови. Атака на мои туши. Ну, даже времени. Не на туши. Выкладывай. Ну ладно. Говори давайте скорее. Вот так отдадим. Я слушаю. Что да. Похавать? Сейчас будет дотекание. Месторождение минералов. Ну, люлей пандаем. Я тебя никто не спрашивает. Что шикарненько. Теперь? Ой. Я случайно не туда нажал. Поставьте, пожалуйста, еще. Минералов. Рой не знает усталости. Так мне просто нужно еще третью найти, и, в принципе, я после этого могу уже фигней страдать. Это мой. Атакованный. Покончим с этим. Ну все. Вперед! Я иду. В этой эссенции столько жизненной силы. Мне нравится.
теперь можем строить только на слизь. Так. Сюда. Месторождение минералов наши войска атакованы. Где там еще один был? Вот сюда. Вот сюда. Выкладывай. Вперед! Мы можем строить только наши войска атакованы. Быстренько они с ними разобрались. Сразу на все у него точно силёнок не хватит. Тушу иглобраза хотят уничтожить. Стая Бракка атакует нашего рабочего. Рой не знает усталости. Я иду. Наши войска атакуют. Месторождение минералов выработано. Рой, да. Успеем за 30 секунд, интересно. Тебя никто не спрашивал. Наши войска атакованы. Раз кусок несет. Да. Да, успели. Я иду. Отлично. Мы собрали половину от необходимого для пробуждения древнего объема биомассы. Мочи атакованы. Ой-ой-ой-ой-ой. Этом тебя никто... Так, вот он, эту хрень надо быстро вот эту... перехватить. Стая Бракка атакует нашего рабочего. Я слушаю тебя. Вперед! Давай, охренели, мальчики и девочки. Тебя никто не спрашивал. Что теперь? Тут почти добивается. Ладно, посмотрим. Мы в любом случае, как будет, так будет. Не знаю, зачем мне эволюционировать здесь. Так, не Рой жаждет крови. Такой Кузьман просто места. Никому не справиться с Роем. Это мой мир. Выкладывай. Мне-то интересно, почему они до сих пор еще не начали ближайшие к себе куски захватывать. Да. Ну, ладно. Изначальный организм функционирует подобно улью, порождает зергов. Рекомендуется аннигиляция. Да. Изначальные зерги пытаются уничтожить тушу иглобраза. Выкладывай. Это мой мир. Рой жаждет крови. Стая Бракка атакует нашего рабочего. Рой не знает усталости. Вперед! Так. Месторождение минералов выработано. Мы можем строить. Не дают мне все-таки сделать это. Атакованный. У меня слишком много мута для них. Покончим с этим. При любых обстоятельствах. Это мой мир. Я думаю, я сейчас просто прогуляюсь. Рой внутри. Жаждет крови. Я иду. У нас мало времени. Месторождение минералов. Мы почти закончили. Рой не знает усталости. Вперед! Гейзер иссяк. Так. Это мой мир. Здесь тоже все почистим. Покончим с этим. У нас мало времени. Я иду.
Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Я иду. Рой не знает усталости. Здесь, вперед! Наверное, главная база. Покончим с этим. Тушу иглобраза хотят уничтожить. Давим их. Это мой мир. Вперед! Зерги. И наступает, и наступает, и наступает, и наступает. Смотрите. Они жалеют об этом. Пленных не брать. Рой не знает усталости. А, они просто не наступают на пофиг. Покончим с этим. Пленных не брать. Или все-таки из-за вот этой хрени? Мир. Давай. Войска Бракка уничтожили тушу иглобраза. Твой рой уничтожен. Изначальные зерги раздавят вас. Тебя никто не спрашивал. Я слушаю тебя. Войска атакованы. Блин, не успела спасти, конечно, тушку. Но, по идее, больше нападений зергов не будет. Так. Месторождение минералов выработано. Говори скорее. Все, в принципе, ну, то есть я сделал все, что мог. Рой жаждет. Да. Рой не знает усталости. Наши войска атакованы. То есть нет, все-таки будут попытки, да, уничтожить? Покончим с этим. У нас мало времени. Я иду. Ну ладно. Я сокрушу любые преграды. Стая Бракка атакует нашего рабочего. Обана упустил. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглобраза. Рой не знает усталости. Ладно, давайте, короче, последнюю тушу уже все-таки не дадим ему уничтожить. Тебя никто не спрашивал. Соберем, так сказать. Тем более нам одну штучку осталось. Невыполнимое месторождение минералов выработано. Невыполнимое. Невыполнимое. Рой жаждет крови. Атакованный. Как раз нас пытаются сейчас убить. Рой не знает усталости. А наш бравый крабик несет с собой кусочек мяса. Иглообраза прикажет рабочему отнести тебе массу древнему. Мега крутой рабочий. Хватит, оскверненные зерги! Я убью вас сам! Защищайте улей! Говори скорее. Твои пустоголовые слуги – ничто в сравнении с изначальными зергами. Я сокрушу любые преграды. Я иду. Это мой мир. Ну, я думаю, ему крындец. Потому что мне нужна сила Зеруса. Я пожертвую всем, чтобы добиться своего. Ты поможешь мне. Твой рой отмечен знаком Амуна.
падшего Зелнага, пришедшего на Зерус много лет назад. Он превратил зергов в свое оружие и забрал их отсюда. Но некоторые из нас скрылись. Наша численность росла, наша раса оставалась чистой. Если ты ищешь силы, ты сама должна стать изначальным зергом. Ты должна стать чистой. Как-то так, мои дорогие друзья. Собственно, всем спасибо, всем пока. Надеюсь, вам понравилось. Ладно, удачи вам, друзья. Увидимся в следующей серии.